Моем банки. Желательно использовать литровые. Можно любые, но большие, трехлитровые. Неудобны в пользовании. После этого я прожариваю банки. Параллельно моем огурцы и томаты. Томаты я беру не перезревшие, может быть даже несколько недозревшие, бланжевой такой спелости. Накалываю их. Вот из места, где плодоножка. Наколотые делаю. Это для того, чтобы они кожицы не лопнули, не развалились. Далее наполняю банку содержимым. Кому как нравится. Я обычно складываю огурцы вниз. Можно бросить пару томатиков туда. Сверху томат. Что-то красиво получалось. Можно делать поплотнее. Ну, вот примерно так. Бросаем пару горошков черного перца. Дольку чеснока. Туда же. Быстренько чистим морковь. Мне морковь в этом маринаде даже больше нравится, чем огурцы. Ну вот, примерно как-то так. А сверху заправляем укропом. Нужно проще относиться. Если у вас нет свежего укропа, можно сушеный сюда сверху насыпать. Если у вас огурцы несколько повреждены, обрежьте эту поврежденную часть, остальное доброе сложите обратно. Ну вот, в принципе, 3 баночки литровые готовы. Красотища. Можно класть сюда и кору дуба, и немножко лаврового листа. Но я не пользуюсь. Вся фишка заключается в рассоле. В кисло-сладком. Ну вот, параллельно кипят крышки. 3 крышечки на 3 баночки. Минуты 3-5 вполне достаточно. Ну вот, вскипела вода. Так, заливаем каждую баночку. Сначала понемногу, чтоб не лопнули. Вот так вот. По кругу. Можно, чтоб немножко пробла бланшировались. Овощи.
Ну вот. Закрываем крышечками. И пусть стоят минут 5-7. Прошло 5-7 минут. Снимаю крышку. Одеваю вот такую вот. И сливаю этот рассол в мерную банку. Вот эта кружечка у меня литровая. В зависимости от того, сколько у вас, как плотно вы уложили помидоры или огурцы, будет разное количество рассола. Ну вот здесь вот литр с небольшим получился. Вылил его в кастрюлю и ставлю на огонь. Ну вот, получилось чуть больше литра. Вся фишка в маринаде здесь. Чуть больше литра, поэтому на литр обычно столовую ложку сахара. Вот сейчас положу чуть больше. Ну, 1,5 ложки сахара. Можно даже 2. Так, далее положить соли. Где она у меня? Так. Тоже столовую ложечку соли кладем. Размешиваем на плиту. Потом нам нужно будет еще добавить эссенции. 1 десертную, но я обычно кладу чайную ложку, когда закипит, и разливаю по банкам. Вот вся фишка в кисло-сладком маринаде. Женщины, мужчины оценят это блюдо с похмелья. Ну вот, закипело. Добавляем десертную ложку уксусной эссенции. И разливаем по банкам. Так. Так. Также постепенно. Так. Ну вот. Вот все и готово. Быстренько закрываем. Никаких стерилизаций больше. Вообще считаю, что лень — это двигатель прогресса. Так. Шлюп. Готово. Оп. Готово. В одной руке фотоаппарат. Поэтому неудобно. Ну вот. Значит, переворачиваем баночки. И накрываем какой-нибудь шкуркой. Все, пусть часов 12 стоят, а потом в ямку. Прекрасные кисло-сладкие огурцы.